Добрый день! Вчера я снимал обзор на обновление игры Granny, а сегодня вышло обновление игры Evil Nun. Я заметил такую странность почему-то всегда, как только я снимаю обзор на обновление игрушки Granny, на другой день или вообще в скором времени обязательно выходит обновление игры про монахиню. Почему так, я не знаю. Может, это просто повезло. Так, ладно. Обновление здесь на этот раз очень большое, не такое, какое было в прошлый раз. Сейчас вот зачитаю новшества. Здесь: исследуйте лабиринт и раскройте его секреты. Новый рецепт: создайте прыгучие кроссовки и преодолевайте испытания лабиринта. Ящик для инструментов добавлен в стартовую комнату. Был добавлен режим сложности Extreme. Ну-ка, сейчас посмотрим. Старт. Так, призрак, нормально, сложно. А, вот, Extreme. Написано: монахини быстрее, монахиня слышит весь ваш диапазон, монахинь взаимодействие меньше, и школа темнее. Это я знаю уже. То есть теперь в монахине будет столько же режимов сложности, сколько и в бабуле Грэнни. Тут раньше было только 4, а теперь 5. Как и в Грэнни. Ладно, что дальше? Монахиня умнее. То есть теперь она еще какие-то трюки умеет делать. Дальше. Монахиня может войти в канализацию. То есть раньше нельзя было вот ей в канализацию влезть. То есть ты смог от нее там спрятаться. А теперь уже такого преимущества у тебя не будет. Она будет лезть за тобой. Дальше. Монахиня дает вам больше преимуществ в простом режиме. Но это и так понятно. Потом. Более реалистичная смерть. Это надо будет посмотреть. И наконец. Теперь вы можете идти вверх и вниз по лестнице. То есть теперь та дверь, которая ведет в гараж, или я не знаю, что это, теперь ее можно открывать мне самому, без помощи монашки. Ладно. Сегодня меня пока интересует основное обновление, то есть вот новые локации все. Во-первых, пропустим начальную сцену. Меня интересуют только новые локации. Поэтому буду играть в режиме призрак. Монахиня, то есть, тут меня не будет видеть. Все вот такие вот я потом проверю. Так, выдвижной ящик в кровати. Что тут? Но тут пусто в этом ящике. Люк. Шкаф. Крышка. Так, ну ладно, все. Спустимся-ка в бункер. Посмотрим, что там у нас в бункере. Ну, в бункере, собственно, все по-старому. И да, я тут подумал, пора бы уже начинать собирать маску монахини. Поэтому сегодня я попробую найти первый кусок. Но тут все мы уже видели. Просто мне никак некогда до него добраться. Так, что тут у нас? Ага, взрыв на высоте. Понятно. Новый контент был разблокирован для этой главы. Так, все. То есть в этот раз нужно создать взрывную куклу и пустить ее кое-куда. Сейчас покажу. Я вот только удивлен, почему ж тут вот этот вот выдвижной ящик, он пустой. Написано: ящик для инструментов добавлен, но он пустой. Понятия не имею, для чего он тогда нужен, если он пустой. Так, ладно. Эта дверь закрыта у нас. Идемте к лифту. Ну-ка проверим. Что значит закрыто на ключ? Раньше был... Там же было написано, можете идти вверх-вниз по лестнице. Странно. Металл, механизм ржавый, его нужно как-то починить. О, вон монашка.
Но она нас не видит. Так, ладно. Но если не эта лестница, то как... тогда какая же? Какую тогда лестницу здесь имеют... Путы, какая тогда лестница здесь имеется в виду? Потому что больше я здесь лестниц никаких не вижу. Опять эта кассета ненужная. Так, ладно. Я до сих пор не пойму вообще, зачем здесь нужна эта дырка. Инда, у меня тут опять начало подлагивать. Возможно, из-за того, что памяти на диске мало. Свободный. Вон. Вон вторая приехала. Так. Лом мне пока не нужен. Стоять. Я еще тут все не обыскал. Опа! Этот ящик переместили. Сюда картину повесили вместо него. А раньше тут висел ящик. Так, ну тут ничего нету. Здесь телефон. Так, что тут? О, окончательная Библия. Так, она нам понадобится здесь. Так, я тут понял... Так понял, мне надо освободить место на жестком диске. Потому что у меня снова начали тут игры немножечко подлагивать. Эй, куда? О! О! Вот эта вот комната с этим... Вот с этим сатанинским ритуалом открыта. Монашка вон пришла. Да, будь это обычный режим, мне пришел бы конец. Так, здесь метла, но не нужна она мне. Так. Мне показалось, или монашка тут что-то болтала? А, фиг с ней. Понесли эту Библию на место. Но... Итак, сейчас тут откроется потайной ход. Вот он. Но нам там пока делать нечего, там динамит лежит. Но он нам сейчас не... Опа, это что за... Крышка. А вот это вот уже что-то новенькое. Но нет. Давайте потом туда пройдем. Сперва, думаю, лучше подать все-таки энергию. А уж потом лезть вот в этот самый... Ну вот в этот, как бы это назвать, в этот туннель. Ой, точно. Не могу сюда пройти. Скорее всего, это и есть вход в лабиринт. Сегодня, видимо, я эти прыгучие кроссовки скрафтить не смогу. Попробую их сделать в следующий раз. Так, ладно. Где тут этот кабель? О, карточка с номером телефона. Но я пока вызывать вот эту вот прачку не собираюсь. Так. Мы восстановили ток. А теперь нужно его подать.
Посмотрим, что у нас тут. Не, здесь всякая фигня. А точнее, вообще ничего нету. Ладно. Давайте-ка заодно еще тут походим, что ли. Может, найдем что полезное. Не, пусто. А тут? Стоять. Кажется, я что-то тут видел. Заводной ключик. А, вот, это для куклы как раз. Но я не могу сейчас открыть лифт. Мне нужна масленка. Ну что ж, идем. Так, здесь у нас масленки нет. Попробуем спуститься в канализацию. А, вот какую лестницу здесь имели в виду. То есть ты теперь вот так вот поднимаешься и опускаешься. И точно так же, видимо, будет за тобой лезть монашка. Ну, теперь понятно. Все, теперь понял. Так, ну ладно. Поплыли. Лезем теперь наверх. Давай, вылезай. Опа. Вон уже тут прачка приехала. Хотя, может, она даже и не уезжала. У нее тут этот ящик. Так, здесь точно ничего нет? Нет, тут только кассета и опять всякая фигня. Понятно. То есть тут мне делать нечего. Погнали назад тогда. Я сказал назад. О! Ну что? Монашка тут, интересно, дверь открывала? Нет, не открывала. Ну ладно, походу придется лезть вот в эту новую локацию. Или нет? Подождите. Вот же масленка. Так, смазываем механизм. Так, открываем. И ждем, пока приедет лифт. Так, все. Закидываем этот рецепт в лифт. А теперь заодно закинем заводной ключик туда. И этот. Динамит. Да, что-то тут все так идет, что мне никак некогда залезть вот в эту вот новую локацию. Эй, что значит нет места? Давай кидай. О.
Я не понял, что значит объектов в лифте 0? Монашка. Здесь всякая фигня. Опа! Еще одна крышка. Ну и куда ж мне тогда идти? Лезть в эту? Вот в этот туннель или в другой туннель? Понятия не имею. Но, видимо, мне все равно придется лезть в туннель. Потому что больше нигде я не могу найти куклу. А кукла здесь нужна. Мы же делаем взрывную куклу. Ладно, давайте-ка, во-первых, еще закинем туда динамит. Где здесь динамит? Вот он. Понесли его в лифт. Объектов в лифте один теперь написано. До сих пор объектов в лифте один. Не знаю, почему так. Хотя, ладно. Ну все. Пора идти в эту новую локацию, но сначала еще вот тут посмотрю. Нет, тут ничего прикольного. Так. Где там туда проход? Вот в этот вот туннель. Где-то здесь был. Да, вот. Ну что, полезли. Тут вентиляторы какие-то. А, это вентиляция, походу. Спускаемся дальше. Ого. Здесь какая-то решетка. Что тут? Два Грааля. Синий и красный. Не пойму. Это что? Какая-то фигня. Здесь решетка. О, проход. Картина еще одна с чашей. Так, а куда нам идти? Сюда еще один какой-то проход. Здесь непонятно что. Здесь тоже спускаться вниз. Там. Здесь решетка. Так, я вообще откуда пришел? Ага, отсюда. А здесь у нас что? Путь наверх. О, это путь. Как там Туган Ду Наклз говорил. Это путь. Подождите. А, я понял. Мы сюда вылезли. Ну все, понятно. Полезли, значит, назад. Так, ну ладно. Куда тогда идти? Мы пришли отсюда. Там ничего нет. Значит, идем сюда. Эй. Тут тоже ничего. Здесь вообще тупик. А здесь что? О, а вот здесь уже ход. О, крышка. Подожди. Так, куда это мы вылезли? А, я понял. Мы вылезли в курятник. Тут где-то курица должна ходить. А почему курицы нет? Здесь должна быть курица. Так, стоять, я не понял. Эти люки теперь... Все, можно открыть. Вот так просто. А раньше там было написано, чтобы разблокировать головоломку с курицей, вам нужно открыть эту розовую дверь.
теперь я понял, почему нет курицы. Потому что я розовую дверь ты не открыл. Это, наверное, в следующий раз когда-нибудь будет. Ну, полезли тогда назад. Я теперь понял, кажется, для чего этот лабиринт. Этот лабиринт нужен для того, чтобы... другим вот способом попадать в разные локации. То есть, побыстрее так, наверное, можно. А здесь все. Ну все, больше я тут ничего не вижу полезного. Вот разве что вот тут тупик. Интересно, что там. Так, ладно. И где тогда мне искать куклу? Стоять. А, это вентилятор. Ну ладно. Так, где это мы? Ага, понятно. На втором этаже. Так, здесь куклы нет. Может, она где-нибудь здесь? Нет, здесь тоже куклы нету. Там ее нет. Стоять. Кажется, я не проверял одно место. Так, ты... Во. Да, кстати, все, как я вижу, уже убрали наконец-то елку. Новый год закончился. Как в бабуле Гренни, так и в монашке. Я только не понимаю, что она тут теперь постоянно двери закрывает. А, ну написано же, типа, монахи не умнее. Вот тут я еще не проверял. Мне кажется, здесь куклы. Да, вот она. Так и знал. Ну все, понятно. Эй. А ну давай. Да что ты будешь делать? Как мне ее нормально закинуть? Давай. Да. Чё ж ты будешь делать? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. О, все. Иу, выпало, блин. О, монашка тут шепчет. Ты... Чё ж ты будешь делать? Давай кидайся в лифт уже. И... Всё, закинул. Кнопка. Всё. Ждём теперь, пока лифт поднимется. У нас будет взрывная кукла. Эй, а где взрывная кукла? Это баг, что ли? Так, стоять. О, мы забагали монашку. Смотрите. Смотрите. А так она разбагалась. И опять мы ее забагали. А, интересно. Прикольно. Я вот только не пойму, почему ж объектов в лифте пишут два только. Должно быть три. Это баг, что ли, какой-то в игре? Не пойму. Или, может, мне надо закинуть в лифт еще что-то?
Да, вот только из-за этого бага я теперь не могу куклу собрать. Да блин. Нафига я ее оттуда вытащил? Давай. Да ты... Дурында, блин. В лифт давай, лети. Все, закинул. Монашка тут все так и ходит, забаганная. Но я так понял, если ты все равно сюда пройдешь, то она тебя грохнет. Если ты в нормальный будешь играть. Хотя плюс, она теперь хотя бы будет стоять на месте, а не шастать за тобой. Окей, давайте попробуем туда еще книгу закинуть. Эй, не то. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Опа. Нет, не закинул. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да давай уже швыряйся. Уже. Да... Кидайся уже нормально. О, три там только что было. Но книга выпала. Давай. О, все. Швырнул. Подождите. Может, нужно больше динамита туда было класть? Хотя не знаю. Ну ладно. Посмотрим, как они теперь на это отреагируют. Но я так понял, это походу теперь в игре такой баг есть. Да, кстати, я не озвучил одно обновление, потому что посчитал его неважным. Было написано «Исправлены ошибки», а также «Добавлены новые ошибки». Видимо, вот одна, вот эта вот как раз ошибка-то и добавлена. То, что теперь невозможно создать взрывную куклу. Да и вообще другие, наверное, вот так предметы скрафтить нельзя. Пишут типа, да, так и знал. Так, зашвырнул туда динамит. Вместо куклы. Так. О, все, объектов в лифте 3. Я сумел исправить этот баг. Надо вон как теперь. Да, конечно, этот баг мешает. Все, в монашке вообще теперь стало просто полно багов. Я вообще сначала думал только посмотреть на лабиринт. О, все, объектов в лифте 1. Наконец-то я скрафтил свою куклу. Вот, я вообще хотел посмотреть только на этот лабиринт и найти кусок маски первый. Стоять, куда я иду? А получилось, еще и нашел новые баги. Так, где там эта доска? Вот где. Крутим вентиль. Теперь прячемся и используем куклу. Ой! Взрывная кукла распалась при падении, но вы сможете снова ее собрать. Блин, а раньше она тут останавливалась. Подумал же еще, собрать ее надо, тут взорвать. Ладно, в этот раз я так не облажаюсь. Ну что ж, снова придется теперь вот этот тут геморрой делать. О, она тут уже с этим, с ключиком.
все, надеюсь, вы мне ее сейчас скрафтите. Потому что кукла уже с ключиком. А если нет, то походу придется опять как-то исправлять ошибку. Монашка тут теперь так и будет ходить забаканная. Опа! О, я ее разбагнул. Смотрите-ка. Ха, смотри-ка, сработало. А я думал, они сейчас мне ее не сделают. Да, я думал, конечно, еще, если получится скрафтить вот эти вот сапоги. А, я понял. Я не до конца вот эту вот прокрутил. Доску. Все, теперь понял. Я доску прокрутил не до конца. Теперь понятно, почему кукла упала. Ну все. Взрываем. Так, вылезти. Ну что там у нас? О, кусок маски вылетел. Повезло. Вот он. Ну, теперь понесли его в бункер. Эй, в бункер. Да, у меня тут возник такой вопрос. А если попробовать взорвать другие фонари, может, в них тоже куски маски есть? Или они пустые? Надо проверить. Так, подождите. Ну да, заблокируйте дверь. Ну все, понесли этот кусок. Сюда, в таинственную форму. Достижение получено, глава взрыв на высоте. Теперь вы можете искать следующий Грааль в школе. Опа! Поздравляем, вы собрали одну из шести частей маски. Прогресс сохранен. Опа-на! Так, то есть мы можем теперь дальше искать вот этот Грааль и найти следующую часть маски. Интересно. Так, в ящике ничего нету? Нет, ничего. О, а вот и Грааль. Ну ладно, я, наверное, думаю, что маску собирать я буду в следующий раз. Меня сегодня интересовал только лабиринт и первый кусок. Я не думал, что можно вот за один раз собрать всю маску, потому что раньше, я помню, ты нашел первый кусок, первую подсказку, то есть открыл, теперь жди потом 24 часа, пока не появится следующая подсказка, а теперь можно все разом. Я не знал, что теперь так можно. Ну, так что на этом, наверное, все. Тем более, я еще не полностью обновление рассмотрел. В следующий раз я буду дальше рассматривать обновление.